Силы здесь есть-то. Потом канту кину перед боссом. Че, ревогнусь после этого пока. Ужасным мучением. Он так долго сопротивлялся. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить. Лучше нет. Спасибо. Так и не начавшись, никто не смеет входить в обитель господина.
Дайте каску по разбойнику. Куда втроем похилиться? Втроем? Да. Да. Поехали, по готовности, бля. Там один человек сзади. А, понятно. Шаю сразу мне. Никому не надо, конечно. Так, а кто будет ролить у нас сегодня? Кому скидывать? Мне закидывай, если кому-то что-то надо, напишите. Мне шая нужна. Ну, значит, Даша мне. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Все, поехали. Понимаете, что на мир пало проклятие слепоты? Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы? Понятно, я в тебе пробую не раз попадать, да? Спасибо. Тащил. Что с этим заберу? Мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Фига он раньше. Ого. Смотри, я где стоял, я в этой зоне стоял. Я тебе больше скажу, мы на другом конце края стояли. Занимайтесь. Да, лов придумал. Дайте подведу. Кто раньше большой. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Вестник Мелик, отойдите. Идите дальше, Талим.
как может согреться маг, который, блядь, стоит за тремя вот этими? Всю жизнь так согрелся. И тут удивление? Нет, раньше. Меня, по крайней мере, так не агрится. Есть у кого сегодня покупатель на клятву? У меня. Окей, тогда говорю, что только при условии, что вторая выпадает. Блин, как мана садится, это жесть. Так ты ее не трать, так сиди. Ловить. Рыба стоит сейчас, баф, да. Если кто не вижу. Ты справа, я слева, если что. Шкаф нажмите. Нажмите на портал призыва. Кого призываешь? Все тут вроде? Артемия была в ледяной короне. Теперь все тут. Поехали. Трэш сразу не бейте. Там сзади трэш на меня бежит. Забери, ну, блядь. Ну, Фрэнсис Мясник. Беспощадная зима. Да, ну всех шотом. Ничего, лидера. ПДК такие.
Что? Дискорд. У тебя по голосу? А, сейчас. Слышно, как ты дышишь просто. Ну что, без пощадности зимы, ну хрен его знает. Тоже знал. Деньги, друг. Не достаю слишком тихо. Не сейчас. Лёха, дашь её? С духом постой. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Горкрон, взлетаем! Вы видите, что это там вдалеке? Маги каску просит.
Кирс, это тебя Рога пишет? Как его Рога? Чивас, как это? Сейчас посмотрю, там провокатор мне своих на это сегодня оставил. Ник скинул. Чем тебе каска на этом слайме на кораблях? Так. Нет, вроде не. Я, конечно, может, он меня спрашивал? Но ничего конкретного не говорил. Улетаешь, типа, со следующего мага. Улетайте. 1, 2, 3. Есть у кого-то сюда покупать? Нету. Господи, опять пинговать начинает. Угу, ни одного тебя. Нажимаю, значит, на пушке стрелять, она не стреляет. Потом через 5 секунд вылетает ядро. Ну. Ага. А тут ты. Наверное, я кто-то забагал. Да нет, она нажимается. У меня отклик в 5-7 секунд. Как ник, которого покупает. Сейчас скажу, что. Может колечко паролить? Пуху на лича. Клятву. Которую. Потому что если это Хеннесси, это мой покупатель. Нет, это не мой покупатель. Твоего? Я знаю, что это это покупатель провокатора, да, и он ему отписывал. Мы общались, и он сказал, что он будет со мной. А потом он со мной списался. Вот. А вчера мне провокатор попросил, чтобы я всех, кто у него подписан в темке, чтобы я их себе забрал. Поэтому я не знаю, кто кого че. Я поняла. Чё, запускайте. Лёха, тебе плохо слышно, ты что-то говоришь. Тут
поводу покупателя меня в известность никто не ставил, по поводу той же клятвы. Я узнала, чтобы просто Хокусу отговорить. Я не настаиваю, забирайте его, господи. Он меня уже 2 недели, простите, ебет, задолб. Но колечко пароль? Давай, блядь. Азманки, дай все. Здесь тоже сумонить никого не надо будет? Нет. Мой не зашел, которому воля нужна была. Так что, наверное, нет. Ее волей можно паролить? Ну, если ни у кого нет на нее, то видим. Да я тут смотрю, что людям, по-моему, она нахер никому не нужна. Мазер, я буду ролить. Ты вот еще ребят нехороший. Жужа, надел хэнд. Потерял. Что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался. Блин, я вообще думал, сегодня РСК. Нахер я вообще в этот ссылка пошел. Ну, вы быстрее закрыли, все. Епа удать. Нахер это епану. Играть в любимой гильдии. В новом контенте ЕП не сбрасывай. В новом контенте на ханта ничего нет. В смысле? Там многие видел этот? Ага, с двумя синими дырками. С какими? Брюли поставил и все довольны. Дырок у меня нет. Кто же не мешает? Небось, ты принесли их внутри меньше, чем у тебя. У меня вообще нет предвидения. По этому поводу не заморачивай. Что тебе надо, инопланетянин, отсюда? Волю не отдам. Ну не бойся, все, уже забрали до тебя. Зачем тебе воля? Мне нет. Ко мне? Я инопланетянин. Авара хуйня. Вары с волями не ходят. По-моему, все классы ДД не ходят с волями. Я не менее лучшего. Зов убивайся. Второй тренинг. Заходи, выпадет воля, за волю на пристаночек. А Мозера тоже на ханта? Он задерживает время. Я тут кидаю, значит, мне тут ГП хотят. Конечно, хотят. Не открывай пока, сука. Идите, открывайте комнату. По-моему, ФДК нужно фиксить. Мы похороним тебя, как подарок. Да, и хантов вместе. Артемия, сейчас договоришься, потом будешь одна все инсты проносить. Да не, почему одна с Биг Бабом? Её пофиксил после. Просто Фрэнсис шарит. Покажи еще одного ФДК такого. А можете, пожалуйста, сказать общий ДПС? Не, ну будь у меня столько усилков, конечно. Потому что как... Для Фрэнсиса хотл, как вообще не знаю кого. Как ты предатель? Да по мне не... И не дал, да, Саша? С Делорус вместе с этим, с Мозером. И там еще кто-нибудь останется, суманить его. Саша, где стери? А, где мои хоты? Скиньте этот первый топ-9. Вот карапуз тут. Можно с рекаунта скинуть ДПС? Кинули же. Када.
О! Просто скада показывает там еще секунды 2-3. Как будет тут типа. Тебе запы нужны? Планеты? Да, кидай на ролл. Хоть 29, ну ладно. Роль снежный с собой. Этот. Карапуз. Мазер как пылесос. КО это он на 3, на 3 спека сразу. Ой, все, может забить. На 4. В смысле, это танковский? Так... Запах. У Мозера же мейн танк. Танковский ВВК. Интересует только рестор друид. Ой. Мой бы рестор друид тебя так интересовал. Ну сам поразился. Мозер опыта больше. Тебе. Ну да. Сравнить адмирала и Мозера разные вещи. Может сюда адмирала там. Всего шмота можно больше пилить. Белл, ты печеньку отдал? Дай печеньку. Я отдал. Адмирал пришел. Я все кидал на ролл, что не ролли, я выкидывал сразу. В смысле выкидывал? Я же сказал печеньку. Ну ты, ты не роллил ее. А, я не видел ее на ролл. Ну сори. А, блядь, это там. Ты через задом, что ли? Да, да, через задом. Только ну, у тебя он не свечивается, потому что ты не... Тихо, я позапишу. Может, я сейчас... У меня он выключен просто, да. Тут боешка. Да, Рус, ну серьезно, у меня дом стоит, а я не высвечивался. Да ладно, я пошутил, у пианиста весь шмот. Да ну блин, ну зачем ты так? Давай лучше распыли. Поешка. Я ищу, я не вижу. Я вижу. Фрэнзик, видишь собаку? Вот, покончик. Ты лагаешь, мэр, блядь. Да? Ну и ладно. А у меня нет никакой собаки. А у меня нет собаки. А у меня есть две кошки. Две? Обе живые? Пока да. Время. Это время. Да, я знаю. Я очень надеюсь, что один из них скоро умрет. Бабло, ты не представляешь, насколько. Да чё он старый? Этот кот не скучный. Надеюсь, ты не про меня. Правда. Да, ты не один такой. Ну чё вы уже так? Забирай там собаку. Ну собаку и всё подряд сагры. Ну мы ж сильные. Почувствуй себя хилом вылёжным. Ты что, слабый из хил, что ли? Будь ещё босса сагрим. Не, мне-то чё, я хилю. Пойдём тебе к боссу сразу. Да, заклеиваем. Блять, ну хан, писал буквально 10 минут назад, что дойдет, и 10 минут заходит, блять, как у хлопуза. Еще есть гнилой. Ой-ой-ой.
У нас танк умер. Два. А два там. У тебя БРМ еще. А вы сейчас на ком? Блять, у Мика сбился. Мы на вонючке. Мы сейчас вайпаемся на трэш. Бирал, тут без тебя танков может. Что с силом по танку? Да не вайпнем. Там, с плохим. Там просто был на кровь один. Я пока не могу использовать налево. Почему Элбрил за всех отдувается? Хер с ним. Да. Ловушек нет, можете бежать, бегать, прыгать. Там в общем еще красивее это выглядит. Короче, Элбрил соло, да? Почему у вас 248 хил на втором месте по отхилу? Так это на общем же. И чё? Ну, Полина отходила, она предупреждала вначале. Мирала суманите, дайте джинсов. А кто? Нажмите, ага. Эти Джесса мало вижу. Дайте каску. Пожалуйста. Лёх, печеньку у тебя на друге? Спасибо. У меня есть мод. Может, что надо, пишите и давайте мне. Дай печеньку. Так, ну сейчас да. Бафы, ты меня сейчас собьёшь. Ещё ладно, баф никому нахуй не надо, тут поехал. Допустим, босса отдам тебе. Что, без Геры был? Не надо. А то я тут Гера, если на следующем боссе. У вас бы дался путь. Есть. А, вот и как.
Рус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Че, Лёх, как раз на ханта, да? О, покупатель, блядь, на кровь наконец-то ответил, блядь, проснулся. На вторую его возьмем. Блядь. Он так и не зашел, да? Не, он был в сети, он не отвечал. Да, про ханта. Две заберет. Нахуй. Типа одну кровь продавать, все равно вот придется еще одну продавать на следующий. Не хочу делить кровь. Все, поехали. А, стоп, кто там добегает? Там, у вас есть 20 секунд. И без твоего на пол обойдемся. Ты возьми от меня на пол. Во-во-во. Можете все по боссу. Ой, можно, да, по боссу встать? Я очень хочу. Даже не вздумай, потому что им нужен же. Говорят, когда он бьет, у него жопа не меняется. Можете не перебегать. Саш? М? Пианист? Всем насрать. Поверни его в бок, чтобы он в центр не принял. Я сейчас вам его в мини-зон заведу. Пойдем. Конечно, не дамажит. Новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Мазар, давай обмен. Хоть плыви по ней в круиз. Yes. Палочку можно забрать? Да я поэт. Потрясающе. Ну, вообще хилить неинтересно. Там адмирал что. Какой-нибудь есть для болезни? Крутоните там. А есть? КВ кто не сделал? Да, есть такие. Идемте сдавать, вы чё? Вы не спешите, всех подождите. Случайно. Лёх, чинечку. Чинечку можно? Чего там адмирал засчитывает? Адмирал меньше холика тут хилит. Не с покупателем переписывался. Кофе, наверное, наливал, ходил. Кто, я? Не слышно вообще, нет? Ну, просто ваших нету.
А что, квест может сдавать, пойдем, нет? Потом сдать нет. Вы уже что-то сдали, я смотрю. Я смотрю, сдали, да. Тут что, не обманывают? Вау, багровый рубин. Активируйте вы ивент. Еще на печеньку дашь, блин. Ага. Окей, я пошел активировать. А чё вы бегаете? Вы его вчера в хремке сделали, а? А вдруг? Некоторых не было. Фрэнсис, Стан Холика не тестил? Тестил, но у меня он слабый одет. Хуй с ним после... после... А чё, в чём проблема? Сейчас убиваем, да? Лёха, остановись.